Всем привет! Сегодня я вам покажу свое новое приобретение. Это PlayStation Vita. Вот у нас такая коробочка. Тут написано Sony, потом логотип PlayStation и написано PS Vita. Это Slim версия. Тут тоже Sony и тоже логотип PlayStation и PS Vita. Ну, везде тут все одинаковое. Тут штрих-код, короче, все это. И внизу ничего нету. Также в комплекте вот зарядное устройство с надписью Sony и с логотипом PlayStation. Вот тут блок питания. А вот здесь, а вот это кабель micro USB. Ну что же, давайте посмотрим, что внутри коробки. И вот она во всей красе. Так, приставочку я пока отложу. Посмотрим, что идет в комплекте. Еще в комплекте еще какие-то карточки. Apple Pay, Air. Это я не знаю, что это такое. Напишите, пожалуйста, в комментах. Что это за карточку? А, я понял, какая-то игра, наверное, была. Какая-то игра была, где ты... играешь каким-то... То ли обезьяной, то ли кем. Ну, как вот на PSP это была игра. Я смотрел обзоры. И там еще камера должна быть в комплекте. Это логотип PSP, Xbox 360. А, это гарантийный талон. Улица Кульман, павильон. Та-та-та. Понятно, это гарантийный талон, короче. Ну, прикольно выглядит. Магазин видеоигр. Games of World. Дальше, это, походу, это инструкция, наверное, для PS Vita.
Или что это тут? Сейчас посмотрим. А, нет. Так, это карточки у нас такие. С цифрами. PS Vita. А это получается инструкция, скорее всего. Welcome to the world of PlayStation. Добро пожаловать в мир PlayStation. А, это такой целый плакат. Блин. Да, тяжело, конечно. Главное, чтобы только видно всем было. А, это вот это точно, это инструкция. Как пользоваться, куда что нажимать. Она в кадр просто не помещается. Здоровенная такая бумаженция прямо. Сейчас бы это все сложить бы вот так нормально. Дальше что там? А, и вот такое же, такая же брошюра получается. Тоже покажет, куда нажимать здесь. Так, или это другая? А, первое пользование системы PlayStation Vita. Ну что, прикольно сделано. Короче, показаны игры, как играть, короче, в нее.
Так, а это... А, это, короче, это карточка, это визитка, я так понимаю, тут. Павильон. Nintendo Wii, Xbox 360. PlayStation 2, PlayStation 3, Sony. Надо будет сохранить ее обязательно. Вот сама инструкция. Руководство по безопасности. Ну, тут, короче, показано, как включать, как играть вообще. Как этой приставкой пользоваться. Ну, короче, все это, я думаю, знают. Давайте перейдем к самой приставке. Вот так она выглядит. PlayStation Vita. Надпись внизу. Тут, короче, кнопочки. Только здесь нету R1 и L1. Точнее, L1 есть и R1, а R2 нету, да, точно. Ну, как обычно, тут крестовина, кнопки. По ощущению, кнопки, они ощущаются, что они маленькие, чем на PSP. Тут где-то есть передняя камера. Кнопка включения. Там слот для картриджа. Там стоит карта памяти на 32 гигабайта. Кнопки регулировки громкости. Здесь ничего нету. Там у нас слот под карту памяти для PS Vita. Здесь логотип PlayStation. И тут задняя камера есть. И сенсорная панель. Давайте ее включим. Играет логотип. Консоль прошитая.
Ой. И нас встречает меню. Так, сейчас я в настройки залезу. Да, тут у меня уже Mortal Kombat стоит. Три шестьдесят пять. Управление данными карты памяти 29 гигов емкость и свободное место 20 гигов. Чтобы сделать громкость на всю, надо будет сейчас залезть в настройки звука. И причем это надо постоянно делать, когда ты консоль выключаешь, настройки почему-то сбрасываются. Какая приятная музыка. Продолжаем. Так будет лучше видно. Так, здесь у нас ПКГ. Это магазин игр. Vita Shell для подключения к компьютеру и копирования файлов. TF, я не знаю, что такое. А, Vita Teacher. Какая прекрасная музыка. Midoru. Я не знаю, что это. Эмулятор PSP. К нему позже. Видео, музыка. Фотки. Почта, календарь. Данные, управление данными. Это чтобы тоже скопировать с карты памяти файлы можно было. NER, я не знаю, что это такое. PS Store, зона приветствия. Браузер, который не работает. Или точнее, он работает, но YouTube не посмотришь на нем. Сообщения, друзья, призы, тусовка, родительский контроль, дистанционное воспроизведение PlayStation 3. То есть можно будет транслировать картинку PlayStation 3 и PlayStation 4 на
PS Vita. Давайте перейдем к играм. У меня здесь две игры установлены. Это Mortal Kombat. Я очень давно мечтал поиграть в Mortal Kombat 9 в портативе. Скачивал я на компьютер, но на компьютере игра почему-то не запустилась. И на Steam Deck тоже. Поэтому можно сказать, что я купил PS Vita ради Mortal Kombat. Версия английская. И, кстати, я прошел тут story mode. Тут, короче, можно на одного драться. Сейчас яркость сделаю, чтобы было ярче. Короче, на одного, на двух дерешься. Test your balance. Test your slice. Test your lock. Короче, тут разные режимы. Ну, это порт с PlayStation 3. Только графика тут урезанная. Я тут уже прошел story mode, кстати. Так, тут есть Скорпион, Лю Канг, Кунг Лао, Саб-Зиро, Китана, Рептайл, Эрмак, Синдл, Джонни Кейдж, Джейд, Милена, Найт Вульф, Сайракс, Нуб, это Нуб Сайбот, потом Смоук, Сектор, Страйкер, Кано, Джекс, Соня Блейд, Шенцунг, Барака, Кабал, Рейден, Кратос из God of War, Шива, Кванши, Супер Саб-Зиро, Скарлетт, Кенши, Рейн и Фредди Крюгер. Ну, за Крюгера я уже прошел. И вот за Саб-Зиро я проходил. Сейчас. Да, тут графика урезанная. Вот на PS3 там крови много было. Thank you.
Но фаталити я делать так не научился еще. Я не научился делать фаталити за других персонажей. Умею только делать за Кригера и за Саб-Зиру. Я их делал фаталити. Да, круто. Mortal Kombat 9 в портативе. Нет, скинуть тоже не получилось. О, против Крюгера сейчас будем. Это Фредди из ремейка, кстати. Не из оригинальных фильмов. Так. Да, конечно, story мод было тяжело проходить, особенно за Рейдена против Шалкана. Он не сделал. Так. Иногда приходится, вот когда ты играешь, ну, тут, короче, динамики находятся. Тут находятся динамики. И получается, когда играешь, что руками закрываешь эти динамики. Версус. А вот я не понимаю, как можно играть друг против друга, ну, на двоих. Наверное, по сети. Так. А где-то тут. Ну, надо в крипту. В это зайти. В Mortal Kombat. А, вот, экстрас. Ну, вот, я уже пооткрывал тут несколько. Даже фаталити открыл. Там костюмы открыл.
То, что не подсвечено, то я открыл, короче. А то, что подсвечено, то еще не открыто. Какие-то арты Скорпион Фаталити. Вот такая вот крипта. Комбат код. Интересно, а это что за коды? Опять комбат-код. А, это фаталити. Land a heart. Последний открою. В общем, вот такой вот Mortal Kombat. Также вот я скачал Street Fighter X Tekken. Сейчас загрузится. Два против двоих. Ой,
Сидеть надо. Да уж. Да, вот такой вот. Музыка похожа как из Mortal Kombat, кстати. А сам я в эту игру даже никогда не играл. Да. Такой здоровый такой. Вот такая вот, короче, игра сейчас. Так, а это что? Типа я прошел или что? Я же проиграл. Почему я победил, если я проиграл? Так. Такой динозавр тут. Yes.
Ну, короче, вот так вот. Сейчас. Это типа... Я не знаю, это бесконечный режим или это как на прохождение считается? Так. Ну и сейчас тогда вам покажу эмулятор PSP. Кто помнит из прошлого, ну, из прошлых роликов, у меня уже есть. У меня уже есть PSP. Она, конечно, тут скотчем заклеена. Потому что крышка плохо держится. Но она вот работает. Так, выключить ее надо. Я много игр так не закачивал, чтобы память не тратить. Вот. Эмулятор Nintendo 64. Только вот я не знаю, как в него добавлять игры. То есть я создал папку ROMS и туда закинул папки с играми. А оно пишет, что типа не находит папку. Сейчас. И вот куда кидать сохранение игр, я тоже не знаю. Тут есть GTA Liberty City Stories и Vice City Stories. Слушай, если план изменится... И это у вас служит? Короче, вот так вот работает эмулятор.
справимся. Да, конечно, звук громкий. Хочешь это сделать со мной? Сейчас покажу Vice Liberty City Stories. Я приготовил место где-то. Ну, я в эту игру играю очень мало вообще. Мне просто нравится именно Vice City больше. Потому что она у меня была самая первая на компьютере. Потом я поиграл в GTA 3. А потом уже в San Andreas. А, он тут тонет, понятно. В общем, все отлично работает. Вот такая вот у меня консоль. Я очень рад, что она у меня есть. Так вот он где. Давно хотел себе PS Vita купить. И вот, наконец-то, купил. Теперь у меня есть и PSP, и PS Vita. Я очень рад, что они у меня есть. Ну что, всем, кому понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока.